Всем привет! Перед вами модель Huawei Honor 3. Модель недавно поступила к нам, до этого в руках данную модель не держал. Считаю, что модель очень интересная и за свои деньги, и за свои технические характеристики, и функционал вместе с возможностями. В общем, коробка вот такая вот. Девайс отлаживаем, сразу же смотрим комплектацию данного аппарата. Вот такая вот упаковка у него. В комплекте у нас поставляется научная литература от Huawei, на досуге почитать можно. И тут у нас, скажем так, ничего особенного такого нету. Это гарнитура, точнее это USB кабель подключения к компьютеру и зарядка, и блочок зарядки. Что у нас здесь? Очень интересно, но ничего. Возможно, что-то было, но я уже его достал до этого. Значит, собственно, сам смартфон. Смартфон у нас белого цвета, есть они и черные. Отличительной особенностью данной модели является то, что это водоустойчивая модель. Она защищена, корпус у нее водоустойчивый, а поэтому очень интересно будет это проверить, на самом деле так ли это. Смартфон имеет защищенное стекло Gorilla Glass. Есть спереди у нас значок Huawei, динамик, датчики освещенности и приближения, фронтальная камера. Спереди у нас три сенсорных кнопки, слева направо, назад, домой, меню. С этого бока у нас кнопка включения, выключения, качелька громкости. С этого, с верхушки у нас разъем под зарядку и подключение к компьютеру. Вот это что-то такое интересное, скорее всего это инфракрасный порт, дальше будем разбираться в полном обзоре. Здесь у нас нету ничего, здесь у нас микрофон, скорее всего закрытый разъем под наушники. Очень сложно его даже открыть, ну да ладно. Собственно, сзади крышка у нас имеет такой глянцевый пластик. Есть решеточка динамика, камера 13-мегапиксельная, автофокус и логотип Huawei. Под аккумулятором, точнее под крышкой, у нас есть аккумулятор. Два разъема. Это под сим-карту и под microSD-карточку. Аккумулятор у нас емкостью на 2230 мАч. Для размера дисплея 4,7 дюйма это, в принципе, очень достойный такой показатель. Крышка у нас вот такая вот, она для того, чтобы не пропускать влагу вот в эти все места. На этом все, распаковка, комплектация, я вам все показал. Сделаю обязательно полный обзор. Следите за нашими видео на нашем канале, подписывайтесь и обязательно ставьте лайки. Спасибо, всего доброго!